Всем привет, дорогие друзья, с вами канал TheTopGameR, я Димон, и сегодня я записываю опять игру под названием Free Fire. Эта игра вам беспощадно понравилась, и поэтому я ее опять записываю. Обязательно всем рекомендую поглядеть 10-й выпуск этой игры, потому что он был на самом деле смачный. Это был на самом деле смачный выпуск как раз под 10-й юбилей, ну то есть юбилей с цифры 10. Так, перезагружаем надо, что у нас что-то не хочет заходить. И погнали. Ошибка сети. Что-то цена там не то. Так, нажимаем специально так вот. Включаем мобильные данные и погнали. Во, вот теперь загрузилось. Да, отлично. Сегодня help us serve, button completion serve, системный чат, типа, планирует. Ну, в общем, можете это почитать сами. В общем, сегодня мы опять два раза сходим в бои. 1 на 49, ну, если так можно сказать. И поиграем, попытаемся затащить. Да. Мои друзья удивляются, почему я не использую этих аптечек, кстати, вот этих вот там бронежилетов, вот этих дополнительных, которые вначале можно выбрать. А их просто коплю и потом буду все их вместе использовать. Да. Так, сейчас надеюсь, она загрузится. Ой, боже. Опять лагает экран. Здесь такого не будет в битве. Так. Оп, прыгай. Оп, оп. Блин! Опять! Где? Кнопочка. Бегание. Так, платите звук на заднем плане. Просто я вытираю экран, чтобы играть можно было. Иначе будет лагать эта кнопка и не смогу бегать. Нормально. Влетим в наш самый знаменитейший ангар. Около этих больших штук всегда забываю, как они называются. Ой, ё-моё. Если кто не понял, то я лечу сейчас вот в этот ангар. Да. Надеюсь, там нас не встретит чувачок и не клянет с первого же раза. Так, вот здесь примерно надо уже прыгать. Надеюсь, я не встречу чувака. Надеюсь. О! Ну, только сказал, летит прям туда же, куда я лечу. Да, я угадал? Да, прям точно. Ага, двое. Пацаны, это неудачное место, лучше я полечу вот сюда. А здесь еще один чувак. Ой, боже, не лагай кнопка. Полетать не могу. Хватит лагать, кнопка гребаная. Так, тот чувак не подразрывает, то что сзади еще один чувак. Ну ладно. Так, придется нам залутаться здесь для начала. Придется. А потом, когда они уже свалят или пробивают друг друга, надо уже пройти туда и забрать то, что они там не оставили. UMP5. Ну хотя бы какая-то пушечка уже есть. Уже хорошо. Так, это USP. Ага. Патрончики, хорошо. Второй рюкзак АК. Пацаны АК. Понимаете это? Машина. Найс. Потом у нас есть АК. По прицелам ничего особенного-то. Но АК есть, это уже хорошо. Для начала. Так, сейчас будет где-то минута 30, и мы пойдем в тот ангарчик, поглядим, что там будет. Ушли они или все еще стреляются. Вы в ноги бомбите, почему ты сидишь на одном и том же месте, а не двигается? Ну просто тактика такая. Сидишь... Ой, СКС, топчик. Сидишь, ждешь времени, и потом идешь, и всех убиваешь. Так, начинаю двигаться в сторону ангара. Таким шажком. Вот видите, лагопка. Так. аккуратно сбоку зайдем, чтобы показать скилл. Видите, как лагает кнопка? Я могу бегать. Нормально. Он сейчас полюбасит, сидит там за ящиками по любасику. Тихонько подойдем, спалим его и кинем, надеюсь. Ну, акусик нам это позволит сделать. Кинуть его. Вон он. Типа беспалевный. Боюсь, укугу как спаливный, чувак. Не вагай кнопки. Бежал? Перестрелка ведет. Надеюсь, что сейчас не убьет нас. Весь лут собрал. Весь. Ничего меня оставил. Нет, за ящиком чувака не сидит. Да, абсолютно весь лут собрал. Все же здесь только было, даже USP патроны, наверное, собрал. Это пипец. Что у вас там по зоне? Ой, ё-моё, сюда нам придется двигаться. Зона не совсем удачная. Так, заходим сюда. Блин. Кнопка, это пипец. Ходить нормально. О, походу, чувак был. А это пушка какая-то. Или не пушка вообще. Прыгай нормально. Пошел. Никого. Только первый рюкзак. Второй броник, кстати. А первый? Поврежденный? Подождите, а по-моему не добавляли поврежденных, чтобы они здесь лежали. Добавляли только обычные. Весь лут собрали. Что-то по луту у нас не особо-то густо. Вот. Хотя бы первый бронежилет. Уже лучше. Смотрите, дорогие друзья. Если зона вам располагает, вы сидите здесь и побеждайте. Да. По луту у нас вообще не густо, но топ-25 уже есть. Я могу вас с этим поздравить. Я сегодня играл, у меня в зону вообще так под меня сходилось, идеально под мой под мою палатку. Идеально, просто там, где я находился, как раз твоя зона сходилась. Мне повезло. Но все же я занял всего лишь топ-2. Да, последний чувак все-таки меня сумел убить. Где-то за зоной, то есть за... да. Но я не думаю, что в этой катке я сумею дойти до топ-5. Не думаю. Вообще не думаю, но кто знает. Аирдроп. Ну, что у нас хорошего из лута? АК. И все. Особо нас больше ничего нету. Патрончик, наебанная аптека. Все. Ну, бронежилет первый, но это не так топово. Так, поджидаем здесь какого-нибудь чувачка, который сюда по Эльбасу явится. Ну и все. Блин, он так долго сужается. Это пипец. В конце этого видео я покажу вам скриншотики самые эпичные битвы, которые я занял топ-1. Это все из одной битвы. И я вам покажу эти мега скриншоты. Они такие эпичные. Спойлерить ничего не буду, просто скажу, что эти скриншоты были на самом деле очень годные и эпичные. Топ-20, пацаны. Могу вас с этим поздравить. О! Чувачок. О боже, папа звонит. Не обращайте внимания. Перестрелка уже ведется. Около ангара. Ну ладно. Пока сидим здесь. Ждем. Хера себе. Из ангара гасился. Зона. И иногда я взял по зоне, она прям под меня подходилась, а иногда нет. Начнем двигаться примерно, когда будет 50 секунд. Надеюсь, топ-10 сумею сделать. Так. Мне почему-то кажется, сейчас меня убьют. Там второй броник лежал или какой-то броник. Ну ладно. Мне же по-любому из села по любасу. Там по любаснику человека 3 будет. Любасу. Аирдроп. Сейчас я по любасу из дома кто-нибудь скильнет. По любасу. 15 секунд зона. А вы понимаете, что сходится под аирдроп? Подлянка. Все сходится как раз под аирдроп. Вот здесь как лагает, пипец. Да, это жестко. Беги. Аптека. Паранг. Не буду его брать. Шлемак. Успею залутать. Это трупик. Второй боник. 4 прицел. Рюкзак, аптечка. Скар. Где? В смысле, откуда? Откуда? Чепец. Мне конец. Топ-10. Все, это конец. Я не выживу. Спокойно по мне сзади будет гаситься, и все. Но если каким-то чудом я выживу, это будет счастье мое. Еще один аирдроп. По-моему, вы издеваетесь. Ха. А теперь мое место, чувак. Чего? Серьезно, тебя не убил? Чё это было? 3 хп? Да ладно! Это было жестко, но это всего лишь первая катка. Да, буда. С помощью АК тоже. Ну блин, по-моему, второй гасился, а я поэтому. Но это было жестко, конечно. Это была всего лишь первая катка. Вторую катку. Сейчас давайте сыграем. У нас там было топ-7. Ну, для кого-то это хорошо, для кого-то плохо. Для меня это нормально. Да, для моего-то скилла. Итак, погнали в последний бой. Ну, их всего 2. Поэтому погнали во второй бой. Наверное, скоро... Я запишу открытие сундуков. Да. В игре Free Fire. Буду открывать... Ой, противно. Буду открывать эти бронзовые сундуки. Да. Глядим, что из них годного может выпустить. Но вот если первая, как у вас была, ну, более-менее такая нормальная, удачная, то, значит, вторая, но просто исходя из логики... Я просто играл иногда хорошую катку, а иногда... То есть, иногда... Вот первая была катка неудачная, а вторая у меня была удачная. Если сейчас первая была, ну, более-менее удачная, то, значит, сейчас будет катка не... Ух, нифига себе. Подлагнула. Неудачная. Ну, поглядим. А если топ-1 займу, то это вообще топчик будет. Ну, как бы топ-1 топ. Надеюсь, там опять чувака не будет в ангаре, и я сумею залутать его. В ангаре всегда самый топовый лут. А также, сейчас пока я считаю до 10 секунд, успейте поставить лайк под это видео, подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик, чтобы вы были счастливы, да. Тогда я буду мотивирован выпускать видеоролики следующие, и, соответственно, я их буду выпускать, соответственно. Поэтому 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1. Успел поставить лайк под это видео, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, то тогда ты обязательно будешь счастлив и наслаждаться топ-контентом на моем канале. Но пока что мы летим в ангар, пока что никого. Я уже вижу одного чувачка. 2 чувачков, там их было мы видел. Да, там еще был один чувак. Опять летим вот самую, ну, такую мини-вышечку. Сюда летим. Я уже вижу нормальненький такой лут. Нифига, вы видели? Там туда не хотел наверх запрыгивать. Аптечка UMP. Странный чувак рядышком. Так, это UMP5, по-моему. Да. Патроны можем взять, а мы будем это брать. Кто-то под авто погибает. Ну, понимаете этих людей. Третье дуло, пацаны. Это жестко. Это слишком жестко. Магазин. Понимаете, это у нас третье дуло. Дичь. У нас нет ничего. Но единственное топ, что у нас третье дуло. Да, это вообще имба. Из Глока 18-го? Да ладно. Убивают из Глоков. Я еще такого не видел. Это пипец. Эшкеребеза? Или какой-то был такой ник? Ну, вот туда чувак упал. Вот сюда примерно он упал куда-то. Так что, ну, навряд ли он сюда будет идти. Надеюсь, не будет идти. Так, топ-35. Достижение топ-35. Кукольняк. 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 Пока у нас есть момент, я буду читать тех, кого убивают. И кто убивает. Дима Мески, что не успел прочитать. Что это там такое? Кажется, как будто голова. А теперь я понял, что это дерево. И Хилзи. Буду угорать, если сюда чувак придет, чтобы сюда проходил. Чувак, я еще такого не видел. Сюда, по-моему, еще ни разу не встречал здесь чуваков. Здесь всегда лут. Целики лежат. Так. СКС, топчик. Сидим, ждем появления зоны, а потом уже определим, куда двигаться. Определитесь, как раз к нам будет зона подходить. Блин, это будет пипец. Это будет полный пипец. Лайнес, и что-то такое. 5 секунд. Что у нас там по зоне? Господи, помилуй, зона под меня сходится. Вы понимаете, это зона под меня сходится. Как раз она может сюда как раз пойти, это пипец. Прикиньте, под меня будет зона сходиться. Это пипец, у меня нет лута толком. Вот сейчас на самом деле нет лута. Только UMP и все. Нам надо отведать ангар. Я думаю, пойду к ангару глядеть, что у нас там. Здесь нас там не убьет. Так, тихонечко начинаем двигаться. Офигенно, здесь текстуры появляются. Пипец. Так, аккуратненько идем, чтобы нас бег не был слышен. Так, ну здесь может быть кто-нибудь за деревом. Да вообще везде может быть чувак. Красная зона. Вижу шлем. А, это рюкзак и паранг. Или что такое? SCAR. Найс. Пока что он идеально. Тут у нас уже, ну, чуть получше. Скар, это неплохо. Так, там есть кто-нибудь? Тихо. Тихонечко. Полюбас в палатке сейчас кто-нибудь сидит. Прям как я. Ебать. Придется прыгать. Второй рюкзак можем взять. Но это просто так. Иду. Второй рюкзак. До аирдропа нам думать не... Так, аккуратненько идем. Дробовик нам вообще не нужен ни в какой. Хер собачий. Так. Сейчас опасно. Если здесь никого не будет, то это найс. Найс. Найс! Пацаны, это найсово. Василиск убит. Лута нету, но здесь никто не засаживается почему-то. Не знаю почему. Хорошая позиция. Сидишь просто там, поджидаешь любых чуваков. Все. Сейчас зона пойдет к плантейшену. Сюда, ну ладно. Примерно, ну ладно. Найс. М. Вот так вот. Лучше мы скар зарядим получше. Потому что скарчик, он более лучше. Я думаю, все это понимаете. Патрончики у нас в этот раз есть. Чем постреляться. Зона пока что нормальная. Нама. Опять еще один аирдроп. О, было бы эпично, если прямо сейчас как раз перед ходом здесь упал бы, это был бы вообще эпик. Такого, конечно, еще не будет. Она же тогда сидела, ну, вот на этой большой штуке, которую сейчас показываю. Прям туда мне наверх упал аирдроп. Это такой пипец. А самое главное, там не было аптечек. И как только я слезать начал, я умер. Пипец. Так, блин, приближается зона. Давайте поглядим, куда она сейчас пойдет. Сторожим чувачков, которые сюда могут прийти. Я вот не понимаю, почему вот если зоне подходящие люди здесь не садятся. Идеальное место, сидишь, просто всех поджидаешь, придет, и все. Конец им. Зона. Ой. Ой, как не повезло-то. Ну ничего, у меня это прям совсем чуть-чуть. Надо будет отдвинуться. Нормально. Пока же сидим. Опять сейчас будет топ-7. В этом село. Все сходится в это село. Так, что одного убьют, будет топ-10. Для второй каточки нормально, да. Так, 50 секунд. Замигал желтики. Еще один аирдроп. Вы это задолбали. Этих аирдропов слишком много уже, по-моему. Зашкварно. Конечно, я вообще не аирдропе, но хотя бы... Все, конец. Где? Ну это пипец, вот честно, я даже не видел. Что-то гасился очень много, вообще не попадал по мне. Ну ладно, топ-10, как раз я был 10-м. То есть 11-м получается. Лалка 31 я убил. Ну ладно, две катки, ну, топ-10 я попадал. Конечно, это не такой топ, что топ-1, но... Все же катки были, ну, более-менее нормально для меня. Да, опять же, повторяюсь, для кого-то топ-10 это отлично, для кого-то это ужасно, и топ-2 это тоже ужасно. Для меня лично это неплохой результат, и, как я обещал, показываю самые эпичные скриншотики из той битвы, когда я занял топ-1. Но это было не на видео, к сожалению, но все же. Погнали! Но я вернулся, и вот этот скриншот вы скажете, ну что здесь особенного? Всего лишь патроны от дробаша лежат, две аптечки, патрончики чуть-чуть. Вообще невооруженный скарчик. Ну вот вы на это, конечно, можете обратить внимание, но суть этого скриншота не в этом. Суть этого скриншота, что это просто, вот я сидел, был готов ко всему, прибежал чувак, я его убил, и спустя полминуты. Там. В этом же самом месте, когда я убил этого чувака, у него лежало просто дохерища аптечек. Вы видите сами, сколько аптечек. Тоже третий шлемак, прицел, рюкзак третий, магазин, дуло. И просто дохерища патронов. Это пипец. В этом скриншоте это не все патроны. Еще вот если пропустить ниже, чуть пониже опустить, там еще были патрончики, которые я собрал. Но это пипец, они даже не вмещались в кадр. Вот видите, какая-то дичь просто. И в этой же катке я занял топ-1. Это пипец. Но это была самая моя... Это был мой первый топ-1. Да, все. На этом видеоролик заканчивается. С вами был канал TheTopGamer, я Димон. Желаю всем удачных побед. И чтобы вы находили таких чуваков, у которых просто дохерища аптечек. Но аптечек-то, может, не дохерища, потому что у моего друга уже было 8 аптечек. Здесь даже 7 только. Ну, чтобы патрон... Больше никогда не видел, чтобы вы находили таких чуваков, на изи их убивали. Ну и, собственно, все. На этом видеоролик заканчивается. С вами был канал TheTopGamer, и я Димон. Всем удачи и пока.